Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Так, у меня беззубик прилетел уже. И что ты мне принес, родной? Неужели, ребята, он мне принес яйцо нового дракона? Так, выводим, конечно же, выводим. Как же я люблю исследовать новые земли. Погоди-ка. Что? Точнее, кто это? Так, повысить уровень беззубика я сделал. Поищите шепот смерти на круше 2 раза. Вот, ребята, шепот смерти мы с вами нашли. Так, забираем награду. Ой, а это кто? А это кто такой? Еще один драконий наездник. Кто? Кто ты? Молчит. Постой, не улетай. Куда он подевался? Слушай, а зачем он вообще сюда прилетал? Чего, 1,5 часа будет у нас выводиться дракон новый? Да вы серьезно, что ли? А сколько ускорений стоит? 31, ребята, 31 руну. Дорого, так, сколько у нас вот? Ой, а что так мало ресурсов-то? Ну, серьезно, что ли? Нет, никаких посиделок. Быстро на поиски, быстро, я сказал вам. На поиски, ребята, вы видите, что у меня 2 одинаковых дракона. То есть я сходил в путешествие, и мне досталось еще 1 яйцо дракона. Вот этой жуткая жуть. Так что я себе их 2 и поставил. Так, что у нас там за задание? Что случилось, Сикинг? На тебе лица нет. Я увидел кое-что невероятное, Астрид. Мне нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Ладно, давай поговорим. Пока строим новый флюгер для Плеваки, пора бы поговорить с Астрид о случившемся. Так, ну я флюгер-то себе поставил. Ха, еще заранее. Ты видел еще одного драконьего наездника? Кто это был? Не знаю, на нем была маска, и он не проронил ни слова. Может, он как-то причастен к исчезновению драконов на других островах? Похититель драконов? Икинг, думаю, в одиночку нам тут не справиться. Нужно рассказать остальным, возможно, даже Стойку. Угу, Стойку. Эй, Шлак, смотри, какая куча древесины. Правда, я забыл, зачем она мне понадобилась. Поручите драконам добыть 4000 единиц древесины. О, наконец-то мы заполнили. Спасибо за древесину, Икинг. Когда начнется буря, мы сможем построить укрытие для Ведрона, чтобы он спрятался от молнии. Что ж, видимо, когда у тебя вместо головы ведро, проблемы у тебя тоже соответствующие. Хе, Ведрона. Они его и назвали, видимо, Ведроном за счет того, что у него ведро на голове. Так, что у нас здесь? Задание Олуха. Ага, какой-то обмен. Обмен, ребята, что у нас тут требуется? 16 уровень, 12 и 21. Так. Новая карта. Ага, это на уровне 12, да, мы получим. А я ведь могу его покормить? Конечно, могу. Есть, друзья мои, 11 уровень. Давай до 12 попробуем его прокачать. Шикарно. Так, теперь можно найти злобный змеевик. Поиск. Сколько займет, ребята, поиск? Час. Самовлюбленный и агрессивный дракон из класса ищеек, стреляющий шипами. Прекрасное чувство обоняния компенсирует наличие слепого пятна перед его носом. То есть он слепой, да, но у него очень хороший нюх. Класс дракона ищейка. Почетный караул Борка. Вот я сижу и думаю, стоит ли мне сейчас его отправлять на поиски. У него приключение, ребята, открывается на 50 уровне, ты представляешь? Слушай, я думаю, наверное, стоит отправить его. Хотя, у нас с тобой еще нет до сих пор дымодышащего душителя, да? Плюс кипятильника. А шепот смерти? А, он же выводится у нас, да, получается? Давай-ка мы с тобой отправимся за кипятильником. Пускай ищет у нас пока, да? Так, у нас с тобой 8 рун. Блин, ну давай потратим, да? Смотри, возможно, награды какие. А, это у нас, понял. А это кто? Это ужасное чудовище. А это... А вот кипятильник. Шансы, конечно, маловато. Давай тогда использовать с тобой 5, да? 5 рун. Ну, чтобы хотя бы 2 попытки было. Может быть, получится его отыскать нам. Так, а что у нас? А, у нас с древесиной проблемы, да? Точнее, не с древесиной, а со складом древесины. Так, что нам нужно сделать? Давай-ка посмотрим. Оу. А ускорение? Так, на 20 минут, а у нас час.
То есть три рекламки, да, и у нас с вами завершится постройка. Ну что же, ничего не поделаешь, давай смотреть. Ну, завершаем, наверное, да? Зал совета, уровень 4. Так, доступны новые сооружения викингов. А, максимальное количество 20 уже. Уже доступна схватка. Сражайтесь на арене за звание чемпиона. Вау. Так, оценить. Давай-ка позже. Позже будем оценивать. Смотрите-ка, друзья мои, схватки. Так, и что же у нас здесь за схватки такие? Вы в режиме схватки. Здесь такие же викинги, как и вы, становятся великими укротителями драконов. Нажмите на кнопку схватка, чтобы начать. Мы, ребята, будем пвпшиться, что ли, я так понимаю? Слушай, это круто. Блин, у меня, правда, драконов мало. Так, смотрим, против меня. Так, первого уровня. Я тоже первого уровня. Это первая арена. Покажи, на что вы способны, викинг. Спланировать стратегию вам поможет список ходов. Вы отмечены оранжевым цветом, а ваш соперник фиолетовым. Хитрые драконы превосходят по силе стремительных. Стремительные свирепых, свирепые хранителей, а хранителей хитрых. А первое место за вами. Выберите стрелку, этот значок основной атаки, нажмите на него. Так, а теперь атакуйте ужасное чудовище перед вами. Ага. На тебе. Есть. Ход соперника теперь. Ой-ой-ой-ой, а что так сильно-то? Ой, не беспокойтесь, у каждого дракона есть своя способность. И ваш Громель умеет исцеляться. Нажмите на значок драконьей способности. А теперь нажмите на Громеля, чтобы исцелить его. Ну, хоть на этом спасибо, но он кусает, гаденыш. Так, что дальше? Получилось, добейте соперника последним ударом. То есть вот этим только, а вот этот я не могу, да? Ладно, хорошо, давай добьем. На тебе! Это обучение было, 100% тебе говорю. Это пока не реальная игра. Побед за нами, получаем с собой 30 кубков. Ага, и какой-то пак. Ареновский, опять же. Ну что же, главное, что у нас с тобой есть теперь схватки, и мы можем драться. За кубки, за рейтинг, то есть уже какое-то, как говорится, новшество у нас с тобой будет. Будет где скоротать... часок-другой. Победа. За каждую победу вы получаете набор. Нажмите на него, чтобы открыть. Ага, и что же тут? Громель. Шепот смерти. Беззубик. В наборе вы нашли жетоны для улучшения драконов. Давайте соберем команду, чтобы заработать больше. Ну давай соберем. Здесь можно подобрать команду. Выберите беззубика в качестве третьего и последнего члена вашей команды для следующей схватки. А, вот внизу команда. Или где? Снарядить. А, вот у меня команда, да, получается? Шепот смерти, Громель и ужасное чудовище. А теперь выберите свободное место, которое беззубик займет в вашей команде. То есть мне нужно вот сюда, место шепота смерти, да? Отлично, команда в сборе, не хватает только соперника. Но соперника-то мы... найдем, я думаю. Так, очередная схватка, ребята, да? Давай, посмотрим. Ага, вот мы втроем против одного. Да мы же его сейчас раздеребаним. Трое против одного, отличные шансы. Но не оборчайтесь, обычно в обеих командах по три участника. Я сделала исключение лишь в этот раз, чтобы облегчить задачу. Я понял. Это ваши очки действия, они прибавляются перед каждым ходом и расходуются на применение особых драконьих способностей. Ага, вот они. Ваша драконья способность требует 2 очка действия, нажмите на значок драконьей способности. И что же это за способность? Плевок. Прекрасно, предоставляю вам свободу действий до конца этой схватки, удачи. Окей, давай-ка укусик сделаем. Так, а ты что у нас, Громель, будешь делать? Давай-ка вот так попробуем, что это за огонь? Пумс! Прям как покемоны какие-то. На тебе, сосунок. Ну, моя команда, ребята, состояла из 3, поэтому здесь была довольно легкая победа. Но, тем не менее, мы получаем еще с тобой 30 кубков и плюс вот этот вот пак ареновский. Только одного не понял, мы с вами находим там...
как тебе сказать, карточки на драконов. То есть мы сможем их потом как-то улучшать или прокачивать. Может быть, в дальнейшем нам объяснять, что это и к чему. Еще одна победа, еще один набор. Нажмите на набор, чтобы его открыть. Ну, понятное дело. В плане 3 часа. Обратный отсчет начался, но если вам не терпится, процесс всегда можно ускорить. Вождь. Громель. Ужасное чудовище, шепот смерти и беззубик. Теперь у вас достаточно жетонов для улучшения дракона. Так, перейдите в меню «Мои драконы», чтобы узнать, какого именно. Нажмите на своего Громеля. Он готов к улучшению. Улучшить? А что требуется для этого? Ничего, да? Просто улучшить. Ну да, ребята, потихоньку-потихоньку он улучшился. Отлично. Закрываем это все. Набор вождя можно получить, победив определенное количество драконов. Сейчас у вас есть шанс получить новый набор вождя. Для этого одерживайте больше побед в схватках. На этом мое дело сделано. Удачи и пусть победит сильнейший. Так, откройте схватку Арена 1. Ну что, ребята, а вот теперь мы будем с реальным противником драться. Правда, у меня драконы не прокачанные. Ой-ой-ой, куда это... Это кто такой? Второго уровня. А, у меня, ребята, беззубик-то четвертого уровня. Так-так-так. Блин. Слушай, а может быть, нам лучше плюнуть? Так, что? Дальше кто? Ать! Хитер, ну мы хинуться можем, если что. Давай-ка, наверное, вот этого вот отдубасим с тобой. Опа! Серьезная атака была. Так, погоди-ка, а вот это что у нас такое? Отнимать здоровье у драконов команды соперника, да? Не, давай-ка лучше я беззубиком, наверное, бомбану. А, не могу, ребята. На тебе. Что-то у нас какие-то атаки хиленькие, да? Воу, смотри. Замечательно. Сейчас он отдуплится, друзья мои, вот этот вот дракончик. Отвянь, Громель. Что ты там собрался делать? Что ты собрался делать? Ха, беззубик, хочешь моего атаковать? Не тут-то было. На тебе. Минус один, друзья. Так, а ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Теперь вот таким вот образом. Хочет Громеля мне бомбануть. Слушай, мы, если мы хилимся, что тут у него повышенная атака, что ли, какая-то? Я не могу понять. Ага, мы не можем хильнуться. У нас не хватает очков действий. Так, давай-ка просто укусик сделаем. Вау, ничего себе, укусанули. Так, а что это за суперудар такой? Что он делает? Ничего себе, бомбит. Круто, друзья мои. Он еще и скорость себе повысил. Ох, массовая атака. Понял. Здесь еще есть массовая атака, оказывается. На тебе. Почему у него такой Громель сильный, а? Е! Мы его сожгли. Победите в схватке, не потеряв ни одного члена команды. Мы это сделали. Аренушка, один. Так, ну что, главный пак мы с тобой получили. Сейчас его откроем. И надо зайти и посмотреть уже, ребята, задание. Хотелось бы, конечно, получить этот пак вождя. Но не знаю, сможем ли мы. Схватка, да? То есть... Ага. Это все делается постепенно. Вначале вот это открывается, да? Потом вот этот вот. То есть мы можем с тобой еще сделать один бой. А, чтобы... Вот, смотри. Победите 10 драконов. Только после этого откроем пак вождя. Ну, у нас есть с тобой место, поэтому я думаю, давай-ка еще с тобой бой один замутим. Третьего... Ох, там противник-то мне нашелся. Ребят, серьезный. 3-го уровня, 4-го уровня. Тут у меня шансов, наверное, нету. Ты посмотри. И как ты, блин, прикажешь мне здесь драться? Нет, тут явно фейл. Тут явно я проиграю. Угу. Бедный мой беззубик, а. 1-го уровня. Ну тут вообще ни о чем, ребята. Тут, конечно... Ой, еще и защиту мне подбили. Ну давай так сделаем, наверное. Так, что бы нам тут замутить?
Можем сюда неплохо вжарить. Так, а он еще горит, что ли? Или мне так кажется? Давай, наверное, так. Ну вот то, что у него, конечно, здесь он мне пробил броню, это да, ребята. Он сейчас мне его быстренько уничтожит, этого дракона. Беззубик только лишь держится за счет своего уровня. Конечно, ему выгоднее уносить. Ой-ой-ой. Ой. Трындец. Ты сам все сейчас прекрасно видел. Ты все сейчас сам прекрасно видел. Что тут произошло? Сейчас, наверное, тоже сделает массовую атаку. Хотя нет, он не может ее сделать, потому что он применял уже вот этим суперударом. Не знаю, как нам тут с тобой быть. Что он там сделал? Что он там применил? Пока непонятно. Давай-ка, наверное, просто мы его здесь забомбим. Хиляться, я думаю, пока не стоит. Начнем вот с этого вот. Кстати, вот этот дракон у меня тоже, ребята, есть. Удвоение энергии в плане. Так, у него фулл шкала, что ли, я так понимаю, да? По энергии. Да, фулл шкала. Он что-то хочет замутить. А что он хочет замутить? Мы можем понизить атаку. Вот таким вот образом. Здесь можно хильнуться. Блин, что-то мне подсказывает, что он будет здесь что-то мутить. У него фул, видишь, энергия? Массовую, ребята, массовую он применил. Слушай, Громель, а ты как хочет уничтожить меня, а? Сколько, блин, очень много отнимает, да? Так, если я сделаю, предположим, вот таким вот образом. Охиляешь ты только сам себе, да? А, нет. Хиляет он и напарника. Давай-ка мы, наверное, еще понизим ему атаку. Сейчас будет хилять. Хм, не стал, друзья, почему? Какая интересная у этого суператака? Вот что меня интересует. Не хотелось бы, конечно, ее проверять. Че, хильнемся, наверное, да, с тобой? Хильнемся. Так, погоди. Еще у нас будет с тобой один удар. Если он сейчас не будет хиляться, мы его уничтожим с тобой. Да, пора его убивать, вот этого дракона. Поехали. Шикарно. Давай, беззубик. Есть контакт. Плюс ускорение мы с собой получили. Тут защита. Атаку понижаем. Удар хвостом. Хиляться будет или нет? Нет, ребят, по-моему, он не успел. А мы его победили. Как ни странно. И это шикарно, друзья мои. Это шикарно. Ну что же, мы получили с тобой еще один пак. Слушай, только для драконьих наездников. Вот. А, это я должен вступить в клуб. Да, друзья мои. Конечно, хотелось бы в клуб вступить, но ты сам видишь, да? 690 рублей в месяц. А подписка на год аж 6000. Может быть, добрый подписчик кинет дядюшке Рэю донатик на пак. Шучу, ребят, шучу. Так, ну что, у нас тут с вами события показывают. Так, подготовка. Защитно статические данные. Открыть. Ну, откроем давай. Ух ты, а это что еще такое? Добро пожаловать на серию испытаний. Получите эпические награды, показав себя в бою, но будьте внимательны. Это событие ограничено по времени, так что следите за его значком в правой части экрана. По мере прохождения вы увидите, что не все этапы одинаковые. Некоторые представляют собой новые испытания, а некоторые награды. Угу. Вперед, говорят мне. Куда-то прибыл. Ага, это опять же арена. Настало время показать себя. Приготовьтесь к битве. И используйте прилив сил, чтобы пополнить шкалу действий. Прилив сил, вот это что ли? Снова выберите прилив сил, чтобы его использовать. Угу.
Ну что, друзья мои, погнали. Начнем. Погоди-ка. Ага, ну что, вот с этого начнем, наверное, да? Бабах. Это уже, друзья мои, не ПВП бои. О нет, мы получили урон. Скорее исцелитесь с помощью плода мудрости. Использовать его можно лишь во время своего ухода. Плод мудрости. Ну давай исцелимся. Все? Можно продолжать битву? Давай-ка мы этого дракона с собой завалим по Шурику. Укус. Ать! Красиво мы с ним разобрались. Так, Громоль, что ты там делаешь? Ну, этот у нас беззубик, как ты видишь, под ускорением. Так что мы ему, во-первых, снижаем атаку. Видишь, меч поломанный. Щит. Точнее, меч поломанный. Это говорит об одном, что у него пониженная атака. Так, теперь укусик. Так, что он там хочет сделать? Атакует. Ну, по атаке я вижу Громель вообще, ребят, слабенький. Наш беззубик куда круче. Тут не поспоришь. Давай-ка бомбить, будем добивать его. Так, подожди-ка, вот этот мы еще с тобой не юзали. Ты, бич, сгорел. Ну вот, друзья мои, победа за нами. И что нам дальше будет за это даваться? Давай посмотрим. Так, крутите колесо, вращайте колесо и получайте изумительные награды. Но вот это давай. Ну, ребята, вы знаете, да, с моим везением это трындец просто-напросто. Забрать. Так, руны, 15 штук. Слушай-ка, смотри-ка, может быть, с тобой попробуем заработать вон тот пак? А? Что скажешь? Очередная боевка. Слушай, одинаковые драконы, почему-то этот фиолетовый, этот красный. И еще и две волны, вы серьезно, что ли? Какие еще две волны? Тут ускориться можно? Можно, ребята, ускориться. Вот 2х. Да, 2х поставим с тобой. Твою же дивизию, что делают, а? Ты смотри. Ну-ка, понизим, понизим ему атаку. Плюс вот так вот сделаем. Поджарочку, да? Твою же налево, давай хилиться. Я так понимаю, он хиляться не может. Или может? Ну-ка, укусик. Солидно. Так, что там? На беззубика, да? Прыгает. Не забывай, что это первая волна. Будет их две. Давай-ка атаку ему понизим. Поджарим его чуть-чуть. У нас, кстати, когда мы поджариваем, ребята, у нас повышается атака. Добить сможешь? Должен. Есть. Это еще не конец. В сражениях серии испытаний может быть не одна волна врагов. Так что как следует продумывайте стратегию. Да я уже понял. На тебе. У нас есть с тобой полностью шкала. Если что, мы можем ее восполнить. Плюс еще одна подличка. Ведь я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю, все у нас тип-топ. Так давай вжарим еще разок. Тихо, вот тут надо будет лечиться, наверное. О! Укус, конечно, очень жесткий вот у этого дракона. Ой, подожди, он выжил? Он выжил, ребят, я это... Я продинамил... Я продинамил вспышку, ё-моё. Что это за луч у нас такой? Просто зажариваем, да? Так, у него была сейчас массовая атака. Ну-ка, сделаем вот так с тобой. Ага. И добьем его, в конце концов. Достал он меня уже. Блин, ну у нас один герой потерян. Один дракон. Я надеюсь, это никак не скажется плохо в нашу сторону. И... Вращайте колесо, давай, вращать. Да не, ну. Фрукт дали. Так, забираем, ребят, по-моему, мы сейчас получим вот этот пак. Я прав? Вы получили набор карт, проверьте почту. Проверить почту, вот это что ли? Бесплатно. Монеты Одина.
6 штук. Загадочный набор. Громель и ужасное чудовище. Громорог. 100 дерева, 100 рыбы. Морская звезда и водорез. Вы серьезно? Друзья мои, у нас новый динозавр. Водорез, прикинь. Офигенно. Так, а куда его поставить? Вот, давай сюда влепим. Тихо, 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 ты. Вот, сюда. Вы выиграли. Получите прямо. Так, доступ к путешествиям с дневной фурией. Одна неделя бесплатно? Серьезно, что ли? Нет, ребят, смотрите, тут получается, если мы сейчас согласимся, да, с тобой, тут получится одна неделя бесплатно, а потом 690 рублей в месяц. Так что не надо с этим соглашаться. Ну что, мы можем покормить. Давай. Кстати, секунду, секундочку. Эти у меня опять все стоят прохлаждаться. Никто не хочет идти работать. Иди работать, я говорю. Ты за древесиной, быстренько, быстренько лети шемин там. Так, ты за рыбой, а ты за рыбой тоже. Так, нужно улучшить, говорит, хижину эту. Необходимо 15 викингов. Так, теперь, значит, нам надо строить домики для викингов. Ну, надо, значит, будем. Да? Бесплатно, убираем. А здесь тоже с тобой убираем. Где у нас домики, ты помнишь? Вот, 3900, твою ж дивизию, блин. У меня не хватает древесины, чтобы ему домик сделать. 8000, подожди-ка, а как же я 8000 рыбы-то, если у меня столько не будет? А эти стоят, прохлаждаются. Так, обучить. А, новые навыки, да? Пускай идет обучаться бесплатно. Новая способность, он может, ребят, добывать. Давайте мы его еще чуть-чуть покормим. Так, что там? 1000 древесины. Возвращайся. Возвращайся, говорю тебе. Ребят, 7 уровень он получает? Получает. Ну, давай его, наверное, отправим все-таки за рыбой. Блин, нам нужно хижину улучшить. Пока он не может добывать. А вот, ребята, тот самый редкий громорог, про которого я тебе говорил. Достал я его из бесплатного пака, который мне дали. Давай посмотрим, что у нас тут с тобой есть. Акции. Ага, получить, это все понятно. А здесь то же самое. Верхолаз какой-то. Толстошкурые наборы. Нет, пока это мне не нужно. В новостях, что здесь у нас? Скоро будет доступен новый мир. Интересно. Так, дальше что у нас? Ну и задание. Плевака, новые улучшения Академии Драконов поражают воображение. А ты умеешь удивить? Сейчас ты еще больше удивишься. Ведь это все была идея Стоика, сюрприз. Может уже поднять через земли Икинг? Только поглядите на этих драконов. Если они станут еще умнее, то начнут дрессировать нас. Забираем награду. Что ж, Икинг, кажется, Стоик все же понимает важность драконов на Олухе. Так что будь со своим стариком помягче, ладно? А знаешь, Плевака, ты, конечно, прав, но отец поддерживает меня, только когда я помогаю на Олухе. А вот мои путешествия ему не по душе. Угу, это понятное дело, что ему не по душе. Кстати, у нас, друзья мои... Ага, вернулся с путешествия, да? Я могу спрятаться в пещере, пока лезвие и крылы не улетят. Так, дневник, запись номер 46. Хорошая новость, мы с Сарделькой благополучно добрались до пещер, и лезвие и крылы нас не заметили. Плохая новость, в пещере тоже оказались лезвие и крылы. Что теперь? Приручение? Ну давай попробуем приручение. Бесплатно. Поехали. Сколько там? 1,5 часа, ребята. Ускорить не хватает у меня. Да, не хватает, ребята. Ну, да не беда. Так, что ты у нас здесь? Астрид уже достали эти острокрылые змеевики. Она давно уже толком не спит по ночам из-за их гамона. Может, они дерутся или играют, кто знает. Но это надо прекратить. Так, отправьте Громгильду. Или общий враг. Давай Громгильду отправим туда.
Бесплатно, конечно. Так, и еще на полтора часа, ребят, зависнет. Так, а что здесь нам нужно? По-моему... Меня зовут Смаркала, а мой дракон — ужасное чудовище по имени Кривоклык. Так, чтобы разблокировать, нам нужно 20 викингов. Твою ж налево, все упирается в древесину в данный момент. В древесину. Слушай, а у меня... Иди, говорю, добываем. Нет, он сидит, а, прохлаждается. И ты тоже иди. Блин, не могу я его отправить, потому что лесопилки нету. Улучшенные, соответственно. А этот прохлаждается. Ну-ка, покормить его, может быть. Давай покормим. Третий уровень он получил. Обучается, пускай идет. Сразу же вернем. Новая способность. Да, это, конечно, все хорошо, что они могут добывать рыбу. Но, видишь, у меня с лесопилкой все не очень хорошо. О, ты вернулся уже? Ножны и руды. Плохо, друзья мои. Давай, наверное, его еще разок отправим, да? Нам нужен этот кипятильник. Понимаешь, нужен. И не только кипятильник. Так, давай, наверное, три сумки. Нам и кипятильник, и там еще один дымодых, или как-то там его звать. А здесь новый дракон скоро еще вылупится у нас. Так, поселить на Олухе 15 викингов. Ух ты, оборона Олуха, изваяние, флюгер. Ну, флюгер у нас уже есть, ветряная мельница и изба викингов. Улучшить академию до 3 уровня. И улучшить драконов до 18 уровня, 4 штуки. Да, задания такие серьезные. Так, новый набор карт. Получите новый набор карт. Забрать, конечно. Ух ты, классический набор, друзья. Звездочка, ножны, звездочка. Так, 45 рун. Ох ты, пещера-крушитель редкий. Ну ничего себе, ребята, пещера-крушитель. Вот он. Разместить. Блин, ну как же так, ну как же так, нет свободного места. Ну, быть такого не может, ну, поверь мне. Может быть, вот здесь вот сделать какую-то зачистку. Давай попробуем. Блин, необходимо викингов. Не одно, так другое, а? Ну, не одно, так другое. Что бы нам сделать? Где нам взять с тобой место свободное? Тут все поросло, заросло. Так, а это что такое у нас? Просто так статуя? Так, станьте драконьим наездником. Завершить за 12 тысяч. Скороят. Нифига себе, скороят. Слушай, подожди-ка, где у нас торговец? Помнишь, у нас был торговец? Он где-то здесь находится, вот он. Что у тебя здесь новенького есть? Такое щедрое предложение вы увидите нечасто. Я предлагаю эту цену только вам. Только мне? Что-то какой-то обмен. Нет, ну вот древесин. Нет, не надо мне древесин, хотя. А, была не была. Так, а здесь у нас что? Ну, это нам не нужно. Древесина, да, ребят, древесину я получил. Где-то здесь, да, вот она. А где звук? Игровой, объясни-ка мне на милость, а? Так, звук появился. Древесину я не могу забрать, потому что, ребята, у нас фул. А ты помнишь, куда нам нужно с тобой было? А, на постройку домиков для викингов, верно? Так, 3900 нужно. Ну-ка, давай-ка вот сюда мы с тобой поставим один домик. Вот таким вот образом. Ускорить, ускоряем. Так, дровница 5 уровня, лохань тоже 5 уровня, рыбацкая хижина 3 уровня, лесопилка 3 уровня и академия тоже 3 уровня. Викингов становится 15. А еще я могу сделать домик? Могу, ребята, 3900 только нужно будет древесины. У нас тут, по-моему, завалялось немножко, да? И, надеюсь, мои дракончики сейчас еще притащат. Ух, так тут совсем немножко осталось. 3900 нужно, да? Сейчас мы с тобой получим. Пускай пока потаскают здесь маленечко. Так, можно улучшить здесь. 7500 рыбы. Это много. Мне нужно улучшить вначале вот это все. Верно? Сколько он стоит? Вместимость 8000 будет. Но для того, чтобы построить, нужно 3850.
3850 древесины. Это все шикарно, но мне нужен домик. Мне нужен, ребята, домик викингов. Три, вот, все, делаем домик. Нам как раз должно хватить. Так, 3900. Где ты? Вот он. Сюда вот, если мы... Вот, блин, рядышком не могу. Че, как-то все плотно так у нас. Ладно, ставим здесь, ребят. 5 единиц. Завершить... Блин, нам не хватает одной руны, чтобы ускорить процесс постройки. А что у нас тут? О, в плане. Тут же вроде... Открыть. Мои драконы. Водорез, друзья мои. А вот это... А, я могу ужасное чудовище улучшить. Хм, давай. Слушай, а какого уровня у меня солнце? Второго, да? Второго уровня. Так, шепот смерти. Громорок второго уровня. То есть, а Громгильда шестого уровня? Или где тут уровень? Я пока не понимаю, ребят. Пока не понимаю, где уровень. Я так понимаю, что вот именно вот это вот, разряд 6, это и есть левел. Так, что на рынке? Содержит 80 карт новичков. Ого. Слушай, ну прикольно. Очень много тут чего есть. Очень много чего здесь ребята сделали. Так, нам не хватает совсем немножко, да, чтобы завершить домик вот этот вот. Буквально одной какой-то руны. А руну мы можем получить с тобой, знаешь, где? Вот здесь вот. Блин, древесину давай возьмем. Так, бесплатно. Почему лес дают? Ведь должны же вроде как... А, это, по-моему, за камни, да? Если... Теперь необходимо викингов больше. Да что? Вы серьезно вот так делаете? Вот жуки. Так, рынок. Что-то тут мне показали. Меня опять обманули, да? Я думал, что что-то там есть. А что за книга такая, ребят? Брюхоглот. Ограниченный набор карт. Яйцехвост. Временные драконы. Ничего себе. Временные драконы здесь еще есть. А-а-а, смотри, чтобы открыть. Или нет? Мне показалось. Так, почетный караул Борка 5 из 7. То есть мне не хватает всего лишь найти кипятильника и злобного змеевика. И тогда мы с тобой получим пак. Точно, ребята, пак получим. Если здесь соберем вот эти вот, вот этих вот драконов, мы с тобой получим 2 пака. Вот оно как работает, все понял. Все, друзья мои, понял. Ну что там у нас с древесиной? Нет, они опять прохлаждаются, а? Вот, вот. Вот лентяй, иди давай, работай. Ты тоже иди собирай древесину. Так. О! Друзья мои, хватает нам быстренько завершить с вами строительство домика. Мост. Получите доступ к новым территориям и дом с Маркалой. Так, друзья мои, мы можем с вами построить дом с Маркалой. Это вот здесь вот. Ну, ты видишь, что нам понадобится 7300 древесины. А чтобы нам столько накопить древесины, нам нужно улучшить дровницу. А для этого нужно почти 4000 рыб. Вот так вот все здесь, ребята, взаимосвязано. Да-да. А здесь нужно 7500 древесины, чтобы улучшить рыбацкую хижину. Ну что, пробежимся тогда по заданиям. Кстати, у нас еще вот здесь вот ребятушки есть. Нас зовут Забияка и Задирака. Наш дракон кошмарный. Пристиголов по имени Барс и Вепрь. Они двуголовые, да, по-моему? Так что нужно 45 викингов, чтобы открыть домик ихний. Ну-ка. Викинг, нельзя селить каждого спасенного тобой дракона на Олухе. Ну, они же должны где-то жить, плевака. Что я могу поделать? Стоик попросил меня отремонтировать драконий ангар. Пойдем, посмотрим. Ага, драконий ангар. Если теперь нужно освободить место на Олухе, можно размещать драконов в ангаре. Так, переместить одного дракона с Олуха в драконий ангар. Ну, давай попробуем. У нас там что-нибудь есть? Есть.
Один уровень, да, просили поднять? Все, по-моему, я выполнил задание, которое мне нужно было сделать. Или нет? Так, переместите одно... Ага, перемести все-таки нужно, да? Ну, давай предположим, я вот этого... А как мне его переместить? Секунду... А, вот. Смотри. Да ё-моё. Вот так вот делаем с тобой. Отправить в ангар, да? Драконий ангар. Отличное место для... отдыха для драконов. Забираем награду. Плевака, и тебе об этом попросил Стоик? Он заботится о драконах? Твой отец полон сюрпризов. Да уж, это точно. Кстати, а мы можем, наверное, Самуляра с тобой забрать вот этого дракона, да? Покормить. Так, а я могу его обучить? Слушай, в обучении он такой дорогой чувак. Пошел в пещеру куда-то залез. Ускорить не могу. Так, все-таки придется мне, ребят, размещать жуткую жуть. Хотел нового поставить, но не получается. Пускай стоит тогда жуткая жуть здесь. Пускай собирают. Так, ты не прохлаждайся мне, не прохлаждайся. Так, что у нас еще за задание? Эй, Кимки, я составляю список, чтобы нам проще было отслеживать драконов и знать их количество. Отличная идея, рыбинок. Чем помочь? Мне нужно, чтобы кто-то слетал на круж. Я бы с радостью сделал это сам, но... там полно шепотов смерти. Похоже, рыбий ног предпочитает, чтобы вся радость общения с шепотом смерти доставалась мне. Поищите шепот смерти на круше два раза. Так, а мы... Ну ладно, полетели. Так, а мы еще с того задания, да, с вами не вернулись? Ну да, домик пустует. 18 минут нам нужно ждать. Опять что-то на рынке появилось. Зачем вы все время мне вот это показываете? Как будто я не знаю. Загадочные наборы ваши. Через 5 часов, кстати, откат будет, да? Ну-ка, что у нас бабулечка там хочет? Ух ты, Готи, из твоего дома виден весь олух. А плевака сказал, что тебе нужно срубить парочку деревьев. Каких именно? Уберите камни или срубите 30 деревьев. Я это сделал. Ой, Готя, надеюсь, я срубил те деревья, что ты хотела, то есть, которых ты не хотела. Если что, сразу прошу прощения. Так, бабулечка, все нормально с ней. Ведрон, шлак. До седьмины Борка осталось всего 9 месяцев. Это же мой любимый праздник в году. Как и день пня. Точно, плевок, а праздник в честь твоего прапрапрадеда Борка Отважного должен пройти без сучка и задоринки. Седмица Борка начнется уже через 9 месяцев. У нас достаточно рыбы? Поручите драконам добыть 16 тысяч единиц рыбы. Серьезно? 16 тысяч? Это, конечно, все хорошо. Там день Борка, 9 месяц. Это все замечательно. Но мне нужно дровницу улучшить. А с древесиной, я смотрю, не все так гладко, как хотелось бы. Так, что у нас там по задачам? Завершите приключение. Любым драконом, да? Ускорить не могу, потому что не хватает мне рун. У меня всего лишь 7 штук. Также мне не хватает здесь древесины 7300, чтобы построить новый дом. Соответственно, получить нового персонажа и нового дракона. Что у нас по событиям? Эксклюзивный скрояд. Найти. Завершить за 12 тысяч рун. Так, что тут? Опять они меня сюда бросают. Календарь. Забрать. Ага, ежедневку. 4-й день. Листики. Опавшие листья 200 штук. До сих пор не могу понять, куда их юзать. Где их использовать. Так, фонарь. Найти фонарь. Вот он. Почему он... Подожди, почему не юзается фонарь? Он же должен юзаться. Он не хочет. Так, уйди. Зашибись, я этот фонарь не могу проюзать, прикинь. Здорово, и как вот выполнить задание, если я ее не могу даже утронуть? Жестко, конечно, меня тут киданули с фонариком. Так, забрать, что забрать-то? Ага, бесплатные руны каждый день. Но здесь я должен быть подключен, по-моему, да? Ну, конечно же, клуб драконьих наездников. Иначе забудь про какие-то там бесплатные руны.
Что, прохлаждаемся, а? Лесопилку тебе улучшить? А что, ты хочешь сказать, что ты по максималке что нашел мне древесины? Нет, конечно же. Где бы нам... Так, давай-ка посмотрим, что мы еще можем с тобой здесь. Оборона Олуха. Так, поселить викингов. Это улучшить академию до 3 уровня. Что нужно для этого? Что, у меня там кто-то дерется? Да, у меня там кто-то дерется, ребята. 7600 древесины нужно, да? И это будет только... Ну ладно, давай с тобой завершим. Вылез такой, да? Нехотя. Так, разместить. Что там? Необходимо отозвать его назад. Куда назад-то? Новая способность. То есть ты рыбу можешь добывать. На острове нет свободного места. Дракон был помещен в ангар. Я понял. Можно мне отсюда вообще выйти? Расширить. Так, необходимо викингов построить. 14 тысяч, ребята, леса, если будет, я смогу расширить себе вот эту территорию. Что-то опять куда-то звук пропал непонятно куда. Значит так, 7600. С древесиной вообще какая-то беда. Они хоть добывают мне ее? Ну как-то очень-очень кисленько. Я только тыщенку набил. Этот через 13 минут вернется. Улучшить здесь могу. Что это? А, это корабль этого. Понятно. Здесь через час только будет. Но мы можем с тобой, знаешь, что сделать? По-моему, через просмотр рекламы. Ведь есть такая же возможность? Да, ребята. Ну что, посмотрим, да? 20 минут ускорим, и прилетит наш беззубик. Ну что же, вот он и вернулся. Давай посмотрим, что он нам притащил. Есть. Так, звезда и ножны. Забираем. Вывести. Так, погоди-ка, а это кто у нас такой вообще? Так, ускорить. 37 минут. Поехали. Ну, итого у нас с вами получается. Вот, ребята, шепот смерти. Разместить, понятное дело. Никуда не могу, попробуй другой набор. Жесть, 4000 рублей стоит наборчик, офигеть. Слушай, а я ведь также могу все делать, да? За просмотр реклама. В принципе, меня не напрягает, если честно, посмотреть рекламку другую. Так, слушай, давай-ка... Сколько там? 20 минут сокращаем мы с тобой, да? То есть 3 рекламы, и я получу еще одного дракона. Итого, ребятушки, мы с вами получаем вот такой вот кипятильник. Да, никуда не могу его разместить пока, к сожалению. Это все у нас будет с тобой лежать в ангаре. Ладно, ничего страшного. Как только место появится... Обязательно их поставим сюда, на нашей площадке. Так, Громоль, иди, говорю, древесину добываем. У нас, в принципе, проблема-то только из-за древесины. Так, что там, улучшить лесопилку? Подожди, а почему я должен именно лесопилку улучшать? М? Улучшить лесопилку, чтобы больше драконов могли добывать здесь древесину. А, вот оно чего зависит. То есть драконы только лишь... Из-за лесопилки могут. Ну, прикинь, здесь нужно, да, 7500. Плюс саму вот эту вот улучшить, дровницу. А, ну дровницы тут поменьше надо. Всего лишь 3000, да, древесины. Так, что у нас там по акциям? Временные события. Так, ранний доступ. Открыть. Только для... А, ну понятно. Только для драконьих наездников. То есть для них тут привилегии обалденные, да, будут. Слушай, сколько мне нужно посмотреть, чтобы вернулся у нас час? Ускорить это действие. Блин, дорого как-то стоит, если честно. А что можем тут сделать? Так, слушай, нам нужно с тобой найти еще дымодышащего душителя. Да? Прикольно смотрится. Так, попытайтесь понять, куда подевался ваш любимый топор. Возможно, его украл этот пронырливый любитель металлических предметов из класса загадочных, скрывающихся в клубах дыма. Вот оно как. Класс дракона загадочный, ребята, и стая призрачные и ужасные. Хм, на поиски, конечно же. Сколько у нас, блин, мало, конечно, этих у нас рун. Придется запускать всего лишь за одну руну бесплатно. Другого варианта не вижу.
Так, ладно, давай теперь подумаем, где нам разжиться ресурсами. Какие задания можем с тобой выполнить? Поищите шепот смерти. Блин, мне нужно было шепот смерти искать. Ускорить? Давай ускорим, а? Ну что же, Беззубик прилетел, принес одну лишь сумку и 850 рыбы. Окей. Так, значит, у нас с тобой... Кого мы должны там найти по заданию? Секундочку. Ага, шепот смерти. Два раза, да? Шепот смерти два раза. Поиск. Ну, слушай, ну тут 30 минут. Единственная, конечно, проблема то, что... То, что у нас не хватает рун. Ну что, давай глядеть тогда. Так, ну что, Беззубик у нас прилетел. Давай посмотрим, что он нам притащил. 1000 рыбки. Блин, а вот здесь как раз... Было яйцо. Ладно, друзья мои. Так, купить. Нет, спасибо. Мы отказываемся. И это мы с тобой выполнили только лишь одно, да, из двух заданий. 600 древесины все-таки на кону. Давай отправлять его еще раз на поиски. Блин, бесплатно. Где мне взять руны, а, друзья мои? Мне нужны руны. Короче, опять же, посмотрим с тобой. Завершил. А что, я уже не могу посмотреть рекламу? Серьезно? Зашибись. Ребята, реклама закончилась. Почему? Ну, ничего не поделаешь, закончилось так закончилось. В общем, 2000 древесины у нас пока с тобой есть. А нам нужно 3 с чем-то. Почти 4000. Почти 4000. Так, давай, беги. Улучши, говорит, лесопилку. Раз, два. Только два дракона могут у меня здесь добывать лес. Остальные будут просто простаивать. Пока я не улучшу эту лесопилку, которая стоит офигеть сколько финансов. Так, сколько у нас уже? 3000, да? 3000 дерева есть. Так, может быть, какое-нибудь задание еще тут лево есть. Так, поручите драконам добыть 16000. Ага, у нас всего лишь 1680, мало. Так, повысить уровень Громеля до 3. Подожди-ка, а как до... В плане до 3, он у меня уже имеет, извини меня, 7 уровень. Вы что-то тут... Чего-то вы здесь... Так, ну-ка давай вернем его на место. Давай вернем и попробуем прокачать чуть-чуть. Каждый раз, когда я наблюдаю за громелями, я узнаю что-то новое. Спасибо тебе, дал мне тоже награду. А у кого это такие хорошенькие маленькие крылышки? Гронг-гронг-гронг. Они друг друга стоят. Слушай, мы можем обучить, блин, древесину тратить. Не хочу, ребята. Хотя, наверное, надо бы. Ну, давай мы с тобой хотя бы накопим, сколько нам нужно. Еще 700 древесины. Так, погоди-ка, у нас задание новое наклевывается. Сморкала. А ужасное чудовище может делать что-нибудь, кроме ловли рыбы. Они могут собирать древесину, когда становится побольше. И даже иногда не поджигает ее при этом. Что ж, попробуем поручить этому ужасному чудовищу что-нибудь новенькое. Так, поручить ужасному чудовищу добыть древесину в течение 10 минут. Кому именно? Вот этому, что ли? Погоди-ка. А он почему-то не хочет, друзья мои, собирать древесину. Может быть, надо обучить его? Чтобы учить, нужно потратить дерево. Все вот так вот взаимосвязано, закручено. Так, значит... А что тут? Ага, завершить приключение. Здесь 16 тысяч рыбы. И здесь два путешествия. Ну, почему вот здесь вот мне не дают, ребята, ускорить? Я могу только лишь вот за это. А рекламу, к сожалению, не могу посмотреть. Это плохо. Это очень плохо. Кстати, а где у нас с тобой, помнишь, новые постройки мы могли где-то делать? Это где у нас вообще происходит? По-моему, вот тут вот, да? Викинги, изваяния, так, сезонные, это все понятно. А вот, кстати, куда мы с тобой можем листья, да, потратить? У меня сколько их всего лишь? Да мало там. Я не помню, кстати, вот еще лавка Одина. Монетки мы с тобой определенные какие-то копим. Окей, так, по событиям. Что у нас тут заморгало? Временные какие-то события, ну это понятно. Хранитель против хитрого. Это, видимо, опять же, какие-то события, да, будут происходить. А тут, чтобы... Так, ладно, здесь-то понятно. Вот здесь нам не хватает всего лишь одного дракона. Это злобный змеевик. А где нам его найти?
Поиск 1 час идет. Конечно, я бы с удовольствием хотел бы его найти, этого злобного змеевика, но рун у меня нету, как ты понимаешь, да? Реклама недоступна. Видимо, она ограничена в течение дня. Сколько там дают? 10 штук и все на этом. И больше никак. Флюгер. Вот смотри, сколько он получает, ребята. На следующий уровень он сможет носить 285 древесины. То есть за раз, я так понимаю, да? Эй, погоди-ка, а что это они у меня все стоят и ничего не делают? Ну-ка давай быстро древесину таскайте. Я думаю, что такое? В чем проблема? Не идет прирост, а? Они сидят, балдеют здесь. Так, а я могу вот, например, здесь. Ага, за рыбу. Вот, 75 древесины. Давай здесь. Еще 200, шикарно. Пошло, ребята, дело. Так, еще здесь заберем. Тут не могу, да, к сожалению. Подожди, как, помнишь, мы с тобой хотели вот, вот здесь зачистить местечко. Сколько? 200 древесины. Слушай, сейчас мы с тобой, наверное, скорее всего, таким образом-то и накопим. О, 4000 древесины. Улучшаем. Подожди-ка, я хоть ту? Да, дровница. Вместимость будет 8000. Подожди-ка, а мне тут... Твою ж налево, вы что, издеваетесь, что ли, а? Тут нужна древесина, а тут нужна рыба. Ну вот как вот так вот можно было лопухнуться? Вот объясни мне, а? Ай, лопух, а? Лопух, ребята, что же сделаешь? Давай тратить сюда тогда. 8000. Вместимость я могу за рекламу? Здесь дадут такой? Слушай, а здесь есть возможность, ребята, посмотреть. Ну что, ребята, улучшили мы с вами вот эту вот лохань для рыбы. И теперь здесь должно помещаться 8000 рыб. Окей. Так, теперь вот это вот 3850 рыбы нужно нам с тобой добыть. Так что отправляем наших драконов на ловлю рыб, да? Так, а здесь давай, иди обучайся в конце-то концов. Ученик ты наш. Так, здесь тоже рыба, лети. Все, что ли, больше никого не могу отправлять? Ты серьезно? Так, для того, чтобы улучшить, 7500 рыбы надо здесь. 7500. Слушай, я ведь могу, наверное, еще паки. Где у нас паки? Где у нас там поединки? Могу вот, например, вот этот открыть? Могу, но это сколько мне нужно посмотреть рекламы? Жесть какая-то. Много. И они, как всегда, наверное, закончатся, да? Нет, друзья мои, здесь тоже ограниченное количество рекламы. Жаль, я думал, что сейчас можем с тобой открыть пак. Но не тут-то было. Так, задание. Оу, ежедневный вход. Давай вот это все заработаем с тобой. Так, 5 рун. Получите 3000 единиц рыбы. Так, листочки. Так, 3000 древесины получили. Ускорение 1 раз. И пак. Что же нам здесь с тобой? Плевака, набор. 200 древесины, 10 рун, 15 рун, 480 рыбы и еще рыба. Ну вот, совсем другое дело. Так, шепот, шепот. Надо на поиски, ребята, его, на поиски. 1000 древесины, ладно, неплохо. Так, не нужно нам это все. Рыбинок, наверное, уже заждался. Да, мы с тобой забираем 600 древесины. Вот, держи, рыбинок. Полный перечень драконов Круша. Ну, спасибо, я уж думал. Погоди, викинг. Тут какая-то ошибка. Ты указал, что на этом острове есть несколько громелей. Никакой ошибки, рыбинок. Похоже, громели обитают не только на твердокаменных утесах. Ух ты, интересно, какие еще драконы обитают на нескольких островах. Интересно ему, понимаешь ли. Знаешь, стойки, если твоему сыну удастся убедить весь мир, что драконы наши друзья, тогда каждое племя обзаведется своими драконами. Значит, нужно позаботиться, чтобы на Олухе были самые сильные и лучшие драконы из всех. Нужно обучать наших драконов и заботиться о них еще усерднее. То есть стойк считает, что мы недостаточно усердно обучаем наших драконов. После такого меня уже ничем не удивишь. Повысить уровень драконов 3 штук до 12 уровня и улучшить лохань для рыбы уровня 4, чтобы хранить больше рыбы. Но это выполнено.
А вот трех драконов до 12 уровня, это, конечно, жестко. Сколько нужно? Ты посмотри, сколько нужно, а? А рыба нам с тобой нужна. А для чего? Для того, чтобы улучшить лохань. Слушай, кстати, мы сейчас можем улучшить ее, друзья мои. Так, тут прокачался, да, новая способность. То есть теперь ты можешь рыбу добывать. Так, я понимаю. Ну-ка, я быстро дуй за рыбой. Стоит, не знаю, прохлаждается. Так, слушай-ка, давай-ка мы с тобой улучшим дровницу эту. Так, построить, построить. А можно сократить время? Можно. Ускорить бесплатно, да? То есть сделали. Отлично, друзья мои, просто превосходно. Так, что значит нам нужно еще сделать? Повысить, ага, уровень драконов, это понятно. А здесь нам нужно очень много всего. Так, поручите ужасному чуду... Подожди-ка, а он что, у меня отдыхает, что ли? Ты отды... Подожди-ка, чтобы нужно... Ага, его нужно обучить сначала. Теперь только он, ребята, отправляется за древесиной. Кстати, секунду. Ну-ка, вернись. Если я его буду обучать... не хватает, да, чуть-чуть? Ну-ка. Он же будет больше приносить, да, с каждым уровнем? Да? С каждым уровнем будет больше приносить нам ресурсов. Это в наших интересах. Ну, а пока пускай идет за рыбкой. Так, чего? А сколько нужно? 7500 древесины. 7500 древесины, если мы с тобой добываем, мы улучшаем до 3 уровня. А здесь тоже древесина. Нет, здесь не древесина, здесь рыба. То есть наши основные ресурсы — это древесина и рыба. Тебя можно вернуть домой уже, в конце концов? Можно. И завершаем все это дело бесплатно. Я осторожно приближаюсь к дракону с вытянутой рукой. Только не говори, что мне еще нужно будет тут 3 часа ждать. Я видел, что лезвие крыл меня боится. Он отходил от меня все глубже в пещеру. Он что-то защищает. Остановиться или сделать слежку, а? Остановиться, наверное, да? Так, не пугайте лезвие крыла. Или не пугайте дракона. Ну, то же самое, ребят. Сколько? Еще 1,5 часа? Ну, вы издеваетесь, что ли? Ладно, я просмотрю, ребята, все видосики, которые мне будут доступны, и дальше продолжим. Завершить прямо сейчас. За 20 рун я завершил, друзья мои. Ну и что у нас тут получится? Я не хочу пугать дракона. Это навредит нам обоим. Вращайте колесо приключения. И что же мне выпадет? Давай руны. Не, лучше руны. Да ну нафига вот это мне надо, а? Ай, бредятина какая-то мне выпала, а, друзья мои. Так, ну что? Нам что, опять приключение, что ли, какое-то? Выберите это приключение, чтобы получить награду. Угу. Перейти... Нет. Может быть, мне его прокачать? Слушай, а почему у меня так мало рыбы? Куда рыба вся делась, эй? Куда подевалась вся моя рыба, извини меня, добытая? И кто вообще ее добывает? По-моему, никто. Да? Сидят тут, блин, прохлаждаются. Так, что нам тут нужно? 7500 древесины. И древесину, я так понимаю, тоже никто не добывает. Молодцы, красавцы, устроились тут, понимаешь ли? Где? Иди, иди добывай древесину. Блин, жалко, конечно, что они какие-то вот непутевые. Постоянно их приходится, ребята, потыкать, чтобы они пошли на добычу. Так, что у нас здесь? Повысить драконов, это все понятно. Так, это понятно. И здесь добывать древесину в течение 10 минут. Так он же вроде бы как добывает. Он добывает, мы можем кормить его. Не имеет смысла, потому что у меня даже еды нет, чтобы его покормить. Рыба и тыщенка, да? Был бы какой-нибудь автосборщик, который за меня бы все это собирал. Слушай, а, кстати, здесь у нас мост есть. Ага. Но чтобы его построить, нам нужно 14 тысяч дерева. Немало, согласись. Так, обмен. Вот что у нас по обмену? Меня все время сюда... переводят. Улучшите зал совета до 5 уровня. Ага, то есть вот это я все могу обменять на 330 рыбы. Прикольно. Так вот взял просто и обменял.
фонарь найти еще. Зашибись, а этот фонарь я должен... Молодцы, да, друзья мои, хитро, конечно, они тут сделали. Да надо же, открыл фонарик. Купить фрагмент головоломки. Вот я, кстати, не могу понять, что вот в этой головоломке будет. Что они хотят этим показать? Временные события. Так, за листочки я могу хоть что-нибудь приобрести? У меня их вообще сколько? Где листики мои? Где мои маленькие листочки? 290, да? За 290 листочков я могу приобрести только пугало огородное себе. Или же привал викингов. А что он дает? Постройте особые здания. И смысл? Осеннее золото. Тропа. Громадный бобовый стебель. Хлебная печь. Так, а смысл, что от этого будет? Может быть, я могу их как-то... Я бы лучше на ресурсы поменял эти листочки. 600 рун за 299. Плюс 50 ежедневно. А, ну это на 7 дней. На 7 дней. Ну, наверное, без доната здесь будет, честно, очень долго и сложно, ребята. Так, улучшите зал совета до 5 уровня. То есть только после этого я смогу что-то себе новое приобрести, да? Так, Беззубик, а ты что здесь сидишь? Будь добр найти мне... А что мне надо найти? Вон, дымодышателя. Иди, лети. Так, сколько у нас... Блин. Придется только лишь одну сумку. Ну, офиг ли сделаешь, ребят. Шансы, конечно, очень маленькие на получение его. Ну, лучше так, чем он будет тут сидеть, как говорится, да? Над душой. Вдвоем добывают. А ты? А ты что тут у нас стоишь? Покормить. Покормили. Я думаю, что его все-таки лучше отправить, ребят, в путешествие. Все равно от него сейчас толку здесь вообще нету никакого, ребят. А там хотя бы он будет, ну, хоть что-то делать, да? Можем древесину? Нет, не можем. Да, так и сделаем. Пускай летят. В драконий край. Полетел. Здесь еще 7300 нужно, да? Тоже появится новый персонаж, новый герой, как говорится, новый дракон. И, соответственно, новое задание или новое приключение. Схватка, в плане схватка. Уже можно подраться. Но ведь все равно места у меня не будет. Так ведь? Начать. Так, изваяние героической меткости не дает противникам уклоняться. А, так ты слушай, здесь знаешь, что еще будет? У нас здесь есть защитное сооружение. То есть, я так понимаю, на нас будут еще делать нападение? Сияющие луга. На нас будут, друзья мои, делать нападение. Вот что я тебе бесплатной руной каждый день. Ежедневно 250. Твои же налево, они меня так вот и соблазняют, чтобы я заплатил 690 рублей и целый месяц сидел. Ну, слишком много тут привилегий, а это что еще такое? Хижина Готти. Она где-то аж прям наверху горы, скалы точнее, сидит. Ладно, ребятушки, давайте, наверное, на этой ноте мы сегодня закончим. Обязательно продолжим в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.